Кристиан Бистрович. Я сейчас прямо стану мокрым, потому что поле начинают поливать. Поэтому буду говорить максимально быстро. Илья Помазун, я становлюсь еще мокрее и мокрее. Ну, давай продолжаем. Красота. Ну вот, все равно продолжаю свой эфир. В общем, сложно будет ЦСКА усилить как-то игру по ходу этого матча. И становлюсь я еще мокрее и мокрее. Но все равно продолжаю говорить. У Ахмата тоже все очень интересно.